Автозимники Колпашевского района приостановили свою работу после штормового ветра и метели. С 12 часов 15 января до 12 часов вторника автомобили не смогут воспользоваться проездом через две зимние автодороги Тогур-Север-Дальняя Коржина-Копыловка и Тогур-Иванкино. Об этом нашей редакции сообщил заместитель главы района по строительству и инфраструктуре Иван Ивченко. Ухудшение погодных условий, сильные порывы ветра привели к тому, что автозимники замело. Подрядная организация приступила к расчистке. В понедельник техника выехала на работу на зимнюю дорогу Тогур-Иванкино. Утром 16 января специалисты займутся расчисткой автозимника Тогур-Север-Дальняя Коржина-Копыловка. Решение закрыть проезд по зимним дорогам для транспорта было принято с целью обеспечить безопасность населения и не допустить аварийных ситуаций, поломок и застревания автомобилей. Дорожные знаки, запрещающие проезд, установлены на автозимниках со стороны Тогура. В поселках и деревнях население оповещается через местные администрации, соцсети и СМИ. Добавим, по информации отдела ГУ ЧС и безопасности населения районной администрации, в связи с метелями и сильным ветром переметало дорогу и на ледовой переправе в Колпашеве. Движение по ней было затруднено в ночь на 15 января. Также в результате ухудшения погодных условий фиксировались отключения электроэнергии в некоторых частях города, а также в НГСС.